Напомню, с 2015 года депутатом горсовета по одномандатному избирательному округу номер 17 являлась Лариса Гаврилова. Но в 2018 году она была избрана в законодательное собрание. С тех пор депутатское кресло пустует. Решение о проведении доп. Выборов Владимирский избирком принял в начале лета. Первый кандидат был выдвинут уже 19 июня. В горизбиркоме считают эти выборы рекордными. Необычный конкурс. 10 человек заявились на эти выборы. Такого не только на основных-то не было, на дополнительных всегда меньше, а здесь дополнительные выборы всего лишь на год, и тем не менее вот такой вот конкурс. Все кандидаты прошли тщательную проверку в 12 различных инстанциях. Проверялась достоверность паспортных данных, сведения о банковских счетах, о зарегистрированных транспортных средствах и другие. По итогам 3 кандидата вышли из предвыборной гонки, не набрав нужное количество подписей. В горизбиркоме подчеркивают, подписи собирались кандидатами честно, но были нарушения в написании адресов. Мертвых душ не было. И отказ в регистрации кандидаты получили вот по подписям 2 человека, это чисто ошибки, реальные вот заполнения. Не было, еще раз говорю, какой-то предвзятости. Предварительно в сентябре за депутатское кресло в горсовете будут бороться 7 кандидатов. Их число может уменьшиться, если, например, кандидат сам снимет свою кандидатуру с выборов. По предварительным данным, выбирать своего депутата будет около 15 тысяч человек. А в следующем году в Владимире пройдут уже общегородские выборы в Совет народных депутатов.